В Кемерово, я обращаюсь к вам, вот пострадавший от стрессового шока. Ну, слушайте меня внимательно, я вам помогу сейчас, бесплатно, бесплатно. Самая простая вещь, которую можно сделать, это называется по методу ключ прием разгрузка. Это вы просто стоите и вот так вот делаете, туда-сюда, туда-сюда. Ну, так дети маленькие делают часто. Ну, возьмите сейчас вот так вот и делайте, стойте и стойте. Посмотрите у меня там в Ютубе, посмотрите в группах ВКонтакте, вы увидите там много-много материала для того, чтобы снять у себя лишнее напряжение. Это элементы метода ключ, это метод такой, там есть синхрогимнастика, это никакая не психотерапия, это никакое не лечение, это обучение простейшим приемам снимать у себя лишнее напряжение. И там есть индикатор напряжения. Индикатор напряжения – это вот такой прием. Смотрите, держите руки перед собой, слегка покачиваетесь и воображаете себе, что руки начинают расходиться в разные стороны. Да-да-да, какой бы у вас ни был стресс, какой бы ни был стресс, вот прямо сейчас, прямо на месте – руки расходятся в разные стороны, тело слегка покачивается, а потом в обратную сторону, как два магнита. Как два магнита, руки притягиваются. Это индикатор напряжения. Если у вас стресс снижается, руки расходятся. Если у вас такой крутой стресс, что руки не двигаются никуда, тогда надо снять немножко напряжение. Сбрасывайте вот так. Делайте хлёст руками по спине. Это прием хлёст руками по спине из синхрогимнастики. А потом делайте лыжника. 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 Делайте лыжника. Да, вот так вот приподнимаетесь на носочки, падаете на пятки. В этот момент вы делаете либо вниз, либо, кому удобно, вверх. Вот так вот. Проверяйте, кому что подходит. По принципам метода ключ, это принцип подбора путем перебора. 10-15 секунд на проверку приема. Например, начали делать лыжника, 10 секунд. Если вы входите в ритм, значит в автоматизм, в этот момент вам уже не хочется оттуда выходить. Или берете этот прием, разгрузка. Называется шалтай-болтай, как дети делают. И думайте о своем. Пропускайте все переживания через себя. Не мешайте себе переживать. Можете плакать, можете улыбаться, можете мечтать. О чем думаете, о том и думаете. Это главное. Свободный поток сознания. И свободно делайте, не задумываясь. Хлёст руками по спине, лыжник, 10-15 секунд на каждый прием, и на том приеме, на который вы наткнетесь, что вам не хочется его останавливать, не хочется оттуда выходить, значит, на этом упражнении стресс стал снижаться. И после этого вы еще раз можете проверить, как расходятся руки, и они уже пойдут. Ноги поставьте пошире, чтобы когда тело начало качаться, вы бы не пугались. Так должно быть. Заходите в мои группы ВКонтакте, на Фейсбуке, смотрите в Ютубе много материалов. Это кусочек, но это сразу вам поможет. И найдите себе организатора, чтобы он вас всех собрал. И мы проведем, опять же, бесплатно для большой группы людей, разгрузочное мероприятие. Я научу вас всех синхрогимнастике по методу ключ, чтобы вы могли этим пользоваться всю свою жизнь, регулировать свое напряжение и поддерживать свой баланс.